Сейчас уже ближе к вечеру первого дня нашего пребывания во Вьетнаме. Днем вот эти вот футбольные поля были свободны, никого не было. А сейчас вот уже смотрим, все поля заняты. В принципе, вьетнамцы любят спорт. Футбол, в частности, занимают, играют. Ну и так видели. Просто в мяч играют, как типа волейбол. А буквально рядом с полем вот такой мини-зоопарк. Там пятнистые олени. Интересно. Люди занимаются спортом, футболом. А рядом зоопарк. Ну или загон, вернее, скажем. Там всего 4 оленя. И вот сейчас только заметила, что футбольное поле не только с этой стороны, но еще и вот там, если видно, тоже люди занимаются спортом, футболом. Но с таким рвением и любовью к футболу, кто знает, может быть, станут чемпионами мира. Ой, да там еще не одно поле. Там еще площадок много у них, футбольных. Там получается 4 с одной стороны от нашего отеля справа. И здесь тоже так 4 поля. Вот только в округе 8 полей футбольных. Ну, молодцы, что скажешь, вьетнамцы. Тут как раз поле справа. Там не видно, у нас терраса небольшая. Там дальше. Ну, их там 4 поля. Это вид с террасы нашего отеля. Номер находится у нас рядом с террасой. Думали, что будет с балконом, но это и подразумевается то, что просто прям рядом с террасой, ну никак не с балконом номер. Здесь вообще с балконами проблема. Там вот идет дальше вдалеке стройка. Вообще много строится. Ну и вид на море. Красота.